Слава Иисусу Христу, нашему Господу, Богу, Спасителю, слава Избавителю рода человеческого, Искупителю нашему, пролившему за нас свою божественную кровь в искуплении грехов наших. И Иисус Христос, написано в Слове Божьем, умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Умер за наше беззаконие, за наши неправды. И благодарность нашему Спасителю Иисусу. Сегодня 4 июля 2012 года. И в этом праздничном послании я, архиепископ Сергей Журавлев, архиепископ Украинской реформаторской православной церкви, хочу поздравить всех христиан Америки, русскоязычных христиан Америки и всех христиан с 4 июля, с Днем Независимости Америки. В этом патриотичном послании, в этом послании в честь Дня Независимости Америки я хочу благословить сегодня всех вас, дорогие друзья, всех христиан Америки и других стран мира. Потому как 4 июля – это не только праздник американских христиан, это сегодня уже праздник христиан очень разных стран, разных конфессий. Потому как 4 июля 1776 года, когда была подписана знаменитая Декларация независимости Америки, это поистине такая дата, историческая дата. Провиденциально история христианства некоторые столетия перед тем было некоторой подготовкой, готовилось христианство к этой удивительной дате. И когда христиане Европы, гонимые от властей, гонимые от официальной такой католической церкви тогдашней, потому что на кострах инквизиции тогда сгорали и в пытках, в подвалах монастырей, и от рук жестоких этих монахов, инквизиторов и палачей государственных разных стран Европы погибали лучшие сыны и дочери Европы. И настолько все было уже очень тяжело, что христианам европейским, библейски мыслящим христианам, которые оказались уже в подавляющем меньшинстве, которых истребляли, топили, живьем закапывали в землю, сжигали на кострах, мучили в подвалах инквизиции. В общем-то, репрессии были удивительные, такие, знаете, по своей жестокости просто колоссальные. И христианам предстояло либо полностью погибнуть, исчезнуть уже фактически, уйдя в глубокое подполье, многие из них работали уже, либо на самом деле найти новую землю. И весь мир тогда уже был обитаем, и бежать куда бы то ни было, очень было сложно найти куда. И знаете ли, везде какие-то народы, везде земли уже были колонизированы. Мы знаем, что Великобритания, величайшая тогда империя, распространилась по, знаете ли, всему миру тогдашнему фактически, но провиденциально на самом деле от Бога североамериканские территории были не освоены или же мало освоены и чрезвычайно мало заселены, в отличие от Центральной, допустим, Америки и Южной Америки. И на самом деле в этом был особый промысел Божий. И в 1620 году Mayflower, майский цветок, корабль с таким удивительным романтичным названием, вместе с беженцами, вместе с пилигримами, вместе с верующими этими христианами, пуританами, спасающимися от жесточайших расправ, причалил к берегам Америки. И получилось, что образовалась первая такая колония в Северной Америке, именно христианская колония. Затем многие другие христиане, спасаясь от жутких расправ со стороны католической и англиканской церкви, таких традиционно таких христианских церквей, которые были наполнены духом инквизиции в те времена, к сожалению, и не духом Христа были наполнены, дышали злобой и убийствами. Так вот, пуритане и другие христиане, баптисты спасались бегством в Северной Америке.
И уже на берегах Северной Америки были образованы колонии на восточном побережье, которые впоследствии переросли уже в Соединенные Штаты Америки. Формировался дух нации, дух народа формировался на протяжении первых вот этих поколений в колониях Северной Америки, Новой Англии. И это не только была, как бы, не столько даже Новая Англия, формировался дух американского народа, нового народа из разных народов нашей земли. Конечно, не только христиане приезжали туда, в Америку, но особенно в последующие, знаете ли, уже времена, в последующие поколения приезжало много и неверующих, и очень сомнительно верующих людей. И скажу, несмотря на это, фундамент христианский был заложен очень, конечно, мощный, очень серьезный, сильный фундамент. И, конечно, это, скажу, дало камертон последующей истории США, сверхдержавы, самой великой страны на нашей планете. И, конечно, это удивительно, что по сей день Америка, несмотря на то, что сегодня мы видим такое отступление от корней, от, знаете ли, от фундамента библейского, евангельского, такого христианского, однако же сохраняют твердыни, вот именно фундаментальные, вот эти вот основополагающие библейские учения. Конечно, и по сей день являюсь лидером христианского мира. Сегодня в Америке мы можем всю Америку проехать от холодной такой Аляски и до знойной Флориды, от Калифорнии богатой и до Нью-Джерси, допустим. Мы можем или Нью-Йорка, мы можем проехать, по сути, всю Америку, все штаты, и мы с вами можем увидеть маленькие городки и большие города, но на каждой улице Америки есть христианские церкви. Больше половины жителей Америки исповедуют евангельскую веру, христиане библейски верующие. А так или иначе, порядка 90% населения Америки является христианским. И, конечно, мы можем сказать еще также, что констатировать факт, я могу, как епископ церкви, что на американские деньги сегодня распространяется по-прежнему Евангелие, и не только сегодня, вообще последние столетия, ну, полтора, даже два столетия, в большинстве своем Евангелие Иисуса Христа по всей нашей планете распространяется на американские доллары. Это однозначно, что порядка 90% всех денег евангельских сегодня это деньги Америки и американских христиан, ставших спонсорами Евангелия. И больше того, не только американские доллары сегодня проповедуют Евангелие. Сегодня мы видим американских миссионеров, трудящихся самоотверженно, не покладая рук, по всему лицу земли. Сегодня очень трудно найти страну на нашей земле, на нашей планете, где бы мы не могли бы не встретить американского миссионера. Даже в тех странах, где закрыто Евангелие, закрыто, есть такие страны по сей день, которые закрыты от благовествования, закрыты от Евангелия. И там мы с вами можем встретить миссионеров, трудящихся подпольно, в условиях конспирации. Но в тех странах, в большинстве стран так или иначе существует некоторая свобода или же полная свобода, как в США, трудятся множество миссионеров. Слава Богу! Сегодня 4 июля, и я собираюсь проводить семинар здесь, в Киеве, в нашей церкви, Украинской реформаторской православной церкви. И собираюсь проводить семинар, конечно, я буду говорить еще об истории Америки. Мы будем делать записи, видеозаписи, и вы сможете, дорогие друзья, посмотреть эти записи. Но в этом кратком поздравительном слове я хочу помолиться за Америку и благословить всех американских христиан и христиан всего света. И также хочу помолиться об освобождении христиан и американских христиан, и христиан других стран мира от антиамериканизма. И это очень важно, друзья, дорогие братья и сестры, дамы и господа, дорогие зрители. Ведь антисемитизм, как, антиамериканизм, как и антисемитизм, это проблема духовная, и более проблема, и это проблема от невежества, от библейской неграмотности чаще всего, и, знаете ли, от воспитания. Вот у славян, у русскоязычных христиан, американцев и неамериканцев
чаще всего антиамериканизм, как и антисемитизм, плод именно не только библейской неграмотности, но и исторической, более даже неграмотности, и еще духовные проблемы, и еще, скажу, наверное, проблема еще советского воспитания, я имею в виду средний возраст и пожилое поколение, потому что на протяжении ни одного поколения в тогдашнем безбожном Советском Союзе, такой дьявольской, знаете ли, пародии на Соединенные Штаты Америки, тоже с разных стран, собранные вместе, но не народ под Богом, а народ без Бога. Нам даже это говорили в советских школах, в институтах, что это новая общественная формация, нам говорилось на уроках по марксистско-ленинской философии, которой раньше не существовало вообще в природе. Народ атеист, народ богоборец, народ безбожник. И буквально селекционно коммунисты, безбожники, атеисты выводили новую такую породу, советскую породу. К сожалению, у этих, знаете ли, экспериментаторов и у их босса, дьявола, многое получилось. И по сей день, хотя уже, знаете ли, уже давно нет Советского Союза, рухнул, хотя сегодня потуги, мы видим сегодня многих политиков, особенно господина Путина, именно к возрождению безбожного Советского Союза. Но однако же, по милости Господней, еще свобода, слава Богу. И на территории бывшего безбожного Советского Союза мы можем увидеть множество церквей, особенно здесь, в Украине, мы видим сами множество церквей, великое множество христианских разных конфессий, проповедующих, благовествующих Слово Божье. Слава Иисусу! И, дорогие друзья, дамы и господа, на семинаре я более подробно об этом расскажу, но сейчас хочу благословить вас из Слова Божьего, хочу прочесть из книги чисел, из Священного Писания следующее благословение. Благослови Господь Америку. God bless America. Я хочу прочесть из чисел 6 глава, 24, 25, 26 стихи. Здесь написано следующее. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя». Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Аминь. Я благословляю вас, дорогие друзья. И в этом благословении благословляю сейчас, прямо сейчас благословляю Америку. И я буду вставлять слово «Америка», чтобы благословение сейчас излилось на все Соединенные Штаты Америки, и чтобы христиане, все любящие Господа, проживающие в Америке, получили особое сегодня благословение. Но Бог сегодня милостив, и Он сегодня солнцу повелевает всем светить, как здесь в Киеве, так и в Америке, и добрым, и злым, и знающим Бога, и не знающим Бога. И пусть боговедением наполнятся все Соединенные Штаты Америки. Да благословит тебя Америка, Соединенные Штаты Америки, Господь, и сохранит тебя. Да призрит на тебя Америка, Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя, Америка, Соединенные Штаты, и даст тебе мир. Шалом. Бешем Иешуа. Во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus Christ. Во имя Иисуса Христа. Благословляю вас, дорогие друзья, и до встречи на семинаре, до встречи, благословения всем вам, пусть Бог благословит вас. С 4 июля на семинаре я буду более детально говорить, почему именно 4 июля 1776 года – это историческая дата для всех христиан, очень важная дата. И сейчас хочу благословить вас всех во имя Иисуса Христа, с миром Божьим. Шалом, мир вам!